Слушаю вас. Добрый день. Это дом Ямана Чиндара? Все верно. Мне нужно с ним увидеться. Ямана нет дома. Я его отец. А вы кто? Мы... Ваш адрес нам дала мать Джансель. Извините, что побеспокоили. Я... Джансель... Ребенок. Ты отец ребенка. Я пришел за сыном. Пришел за сыном. Как за посылкой. А мы должны тут же отдать. А раньше ты о чем думал? Это что, по-твоему, по-мужски было бросить бедняжку одну в таком положении? Это... Я... Здравствуйте. Эфенди, я отец Али Кемаля, Бурхан Ивляоглу. Вы потеряли невестку. Приношу свои соболезнования. Спасибо вам. Давайте немного поговорим, если у вас есть время. Мы хотим позаботиться о моем внуке. Мы за этим пришли. Тут нам говорить не о чем, эфенди. Вы правы, мы к вам без приглашения пожаловали. Но давайте поговорим. До чего-нибудь договоримся. Конечно. Вы ведь привыкли торговаться. Но мы, к счастью, из другого теста. И живыми людьми, представьте, не торгуем. Ну что вы такое говорите, эфенди? Мы ни о чем подобном и не думали. Думали. Если уж вам совесть позволила бросить на произвол судьбы беременную женщину, то чего тут удивляться? Зря вы так, эфенди. Мой сын долго искал вашу покойную невестку. Моя невеста была такой гордой, голодала. Но к сыну вашему все равно не шла. Верно вы говорите. Но теперь мой сын считает этого ребенка своим собственным. Он полностью заменил умуту его настоящего отца. Благослови его, Аллах. Но вы, наверное, согласитесь, что для блага ребенка было бы лучше передать его нам, чтобы он рос в родной семье. Конечно. У моего сына нет таких финансовых возможностей, как у вас. Нет машины, домов. Он ведь просто водитель. А у вас есть огромные капиталы. Вы можете дать умуту все. Деньги, богатство. А сможете ли вы дать ему такую любовь, какой любит его мой сын? У ребенка вчера немного поднялась температура, так он до самого утра от него не отходил. Что же, по-вашему, вот этот человек, бросивший бедняжку на произвол судьбы, сможет сделать то, что делает Иман? Быть одним из детей богатого папаши – это совсем не то, что нужно сейчас этому сироте. Ему нужен человек, который прижмет его к своей груди сильнее родного отца. И это мой сын. Больше мне вам сказать нечего. Всего доброго.